Добрый день, дорогие друзья! Рада, что сегодня вы нашли время и смогли присоединиться на нашу онлайн-встречу, посвященную Греции, долгожданной Греции и острову Миконос. Подскажите, пожалуйста, давайте для начала проверим звук, всем ли хорошо меня видно и слышно, у всех ли отображается наша презентация. Есть, замечательно, благодарю. Тогда позвольте еще раз представиться. Меня зовут Наталья Бондаренко, я являюсь представителем компании Novel Voyage, и сегодня мы хотели бы совместно с нашими партнерами компании A la Carte представить вам новых клиентов коллекции Novel Voyage. Это бутиковые отели на острове Миконос, Kensho Boutique Hotels and Villas. Дорогие коллеги, подскажите, пожалуйста, возможно, кто-то из вас уже был на острове Миконос, возможно, кто-то из вас уже видел, либо же продавал отели Kensho. Можете мне в чате об этом написать, для того, чтобы я понимала, есть ли кто-то из нас, кто уже посещал наши бутики. Благодарю вас. Ну и в целом хочу сказать то, что остров Миконос, как вы знаете, он один из самых особенных островов не только в Греции, но и в Средиземноморье, потому что великолепные пляжи Миконоса снискали ему славу места, куда стремлятся все джетсеттеры и сибариты со всего мира. Этот остров обожают селебритис, его обожают яхтсмены, его обожают вингсерферы, которые приезжают сюда за экстраординарной, необычной ночной жизнью, за гастрономией и, конечно же, за передовой барной миксологией. Я вижу, что некоторые из вас уже были на острове Миконос. Ну, раз не видели наши отели Kensho, уверена, что мы сможем поспособствовать увидеть данные два бутика в этом сезоне. Ну и надеемся на вашу поддержку. Конечно же, среди калейдоскопа всех направлений, доступных на острове Миконос, хочу сказать, что must visit place в сезоне 2021, конечно же, станут два отеля, принадлежащие Kensho. Это Kensho Ornas и Kensho Psaru. Потому что ввиду своей локации, ввиду концепции, где роскошь, изысканность и престиж гарантирует отдых, который соответствует всем требованиям и пожеланиям ваших клиентов. Поэтому именно эти два места мы рекомендуем как must visit place в сезоне 2021. Отели Kensho, они дизайнерские отели. Первый отель был открыт в 2016 году, это Kensho Ornas. Я обязательно познакомлю с ним ближе, буквально через несколько минут. И Kensho Psaru был открыт в 2018 году. Оба отеля, они отображают силу минимализма, они включают элементы, которые подчеркивают естественный ландшафт острова Миконос и отображают его энергию. На самом деле, я уже отметила, что над дизайном отелей Kensho работали знаменитые, именитые дизайнеры. Каждый из номеров, сьютов и вилла на 4 спальни, они выполнены в своем уникальном стиле и, конечно же, оформлены аутентично, необычно и очень красиво. Над дизайном работали такие известные, именитые дизайнеры, как испанский архитектор Патрисия Уркиола. Также стоит отметить работу символа итальянского дизайна, это Паоло Навоне. В ее работах ненавязчиво сочетается шик, минимализм и эклектика. Конечно же, в оформлении присутствуют работы филиппинского промышленного дизайнера Кеннета Копенбу. Он известен своей уникальной техникой, которая сочетает натуральные материалы и соединяет инновационные производственные процессы ручной работы. В оформлении использовалась мебель, аксессуары популярных европейских брендов, таких как Riva 1920, это Гесси, это Мок и многие другие.
Поэтому мы понимаем, что отели бренда Kensho, они максимально подойдут молодым, ярким людям, парам, которые путешествуют, будь это на 3, на 4 ночи, или это лонгстей на 7, на 14, 21 ночь на Никоносе. Конечно же, семейным парам, в том числе те, которые путешествуют и на своих яхтах, или же отдыхают с детками. Говоря о Kensho, стоит отметить, что мы находимся очень удобно по отношению к основным локациям на острове. В частности, до аэропорта трансфер займет буквально 10-15 минут. В том числе стоит отметить, что мы готовы организовать трансфер и на вертолете для тех гостей, которые путешествуют на своих частных джетах, либо же для тех гостей, которые хотят соединить не только приятное, не только полезное, да, трансфер в отель, но и приятное, сделать небольшую вертолетную экскурсию перед чекином. Конечно же, мы расположены рядышком с старым городом Миконос, Kensho Орнос в 3 километрах и Kensho Парпсару немножечко дальше, в 4 километрах. И оба отеля, и Kensho Орнос, и Kensho Парпсару расположены рядышком с береговой линией. Хотелось бы начать наше путешествие именно с Kensho Орнос. Данный отель, данный бутик-отель, как я уже отметила, он был открыт в 2016 году. Он рекомендуется для такого уединенного отдыха ваших клиентов, потому что он расположен на возвышенности рядышком с пляжем Орнос, на территории отеля укромные бары, есть потайные бассейны. Кстати, бассейны Kensho Орнос с его гротами и террасами отмечались неоднократно как одни из лучших в Греции и неоднократно отмечались наградами Condé Nast Traveler. То есть читатели Condé Nast Traveler выбирали Kensho Орнос как отели с лучшими бассейнами. О Kensho Орнос он удивит своих гостей изысканной концепцией, оригинальным дизайном номеров и, конечно же, ритуалами в единственном на Никоносе кейв-спа. То есть у нас на самом деле спа-центр находится в натуральной пещере. Стоит отметить то, что кроме красивых бассейнов, гротов, у нас также прекрасные вкусные блюда, которые сервируются в ресторане, в баре отеля. Конечно же, мы делаем микс из традиционной греческой кухни, конечно же, это морепродукты, и это современная техника подачи. Если вы заметите, все номера отеля практически идут с видом на море, и абсолютно все номера, кроме первой категории, располагают либо же бассейном, либо же джакузи на террасе. Номера стартуют от 23 до 28 квадратных метров. Мы комфортно здесь размещаем до 2 гостей, то есть 2 гостя, 2 человека. При этом, если путешествуют клиенты 2+1, либо 3 взрослых, мы с удовольствием предложим повышенной категории сьюты. А на сегодняшний день в Kensho Орнос 35 номеров, 10 из которых это номера повышенных категорий. Могу сказать то, что на сегодняшний день Kensho Орнос пользуется популярностью среди гостей из России в том числе. У нас достаточно большое количество репитеров, несмотря на то, что бутик открылся всего лишь несколько лет назад, при этом мы уже успели отметить, что некоторые гости путешествуют к нам из года в год, что очень приятно. В каждом номере отеля Kensho Орнос, точно так же, как и Kensho Парпсару, мы найдем укомплектованный мини-бар, это, конечно же, iPad с неограниченным запасом и списком музыки, это, конечно же, роскошное удобство от Hermé, кофемашина Nespresso, сейф, халаты, тапочки, все абсолютно для комфортного размещения клиента. При этом напоминаю, что Kensho Орнос расположен в уютной бухте с прекрасными видами. И что самое немаловажное, гости, которые хотят
активно провести время, они могут сесть на такси, заказать машину и буквально в течение 5-7 минут добраться до самых знаковых и модных клубов на острове Миконос. Я вижу вопрос от Эльвиры по поводу ограничений. То, что касается, могу сказать того, что касается конкретно наших отелей, Кеншо Орнос и Кеншо Псару. На территории наших гостиниц работают абсолютно все сервисы. Стоит отметить, что у нас большая часть места, да, public places – это открытое место, местность, поэтому гости себя могут чувствовать абсолютно комфортно, находясь без маски на территории гостиницы. Понятное дело, что если клиенты на трансфере, то мы рекомендуем одевать маски, поскольку это закрытое пространство, это автомобиль, хотя все автомобили у нас соответствуют всем нормам. По поводу персонала. Персонал, конечно же, придерживается всех абсолютно норм. Персонал у нас в первую очередь проходит вакцинацию, как вы знаете, как во всей Греции, сфера туризма – это номер один по вакцинации населения. Поэтому абсолютно безопасно будет вашим клиентам находиться в Кеншо Орнос, либо же в Кеншо Псару. Относительно ограничений на острове Миконос. Как вы знаете, активная жизнь на острове Миконоса, именно его культовые вечеринки, знаменитые бары, она, как правило, стартует с июня месяца, даже со второй половины июня. Как вы видите, мы с вами видим очень такую положительную тенденцию о снятии разнообразных ограничений, поэтому надеемся, что к началу активного периода, да, тусовочного периода на Миконосе, все будет восстановлено, и наши клиенты смогут насладиться отдыхом на острове Миконос в полной мере. Могу отметить то, что уже сейчас с рынка России у нас достаточное количество броней. Напомним, что номеров в отеле в Кеншо Орнос всего лишь 35, в Кеншо Псаро, о котором пойдет речь дальше, 31 номер. И многие категории на июль месяц, на вторую половину июня, они уже находятся на стопе. При этом ваши коллеги из Российской Федерации забронировали достаточное количество номеров для своих гостей в том числе. Как вы помните, с сегодняшнего дня это та дата, когда Греция снимает ограничения на путешествие граждан с Российской Федерации, то есть уже сейчас ваши клиенты могут путешествовать либо же со справкой о вакцинации, либо же с негативным тестом, который сделан за 72 часа до вылета, и с 14 мая отменяется обязательный карантин. Поэтому на сегодняшний день мы очень надеемся, что начиная с июня месяца, а именно в июле, в августе, как правило, все клиенты, которые привыкли отдыхать на Миконосе, которые любят эту атмосферу и тусовку, они, конечно же, к нам присоединятся. Возвращаясь к Кеншо Орнос, еще раз отмечу то, что достаточно большая часть пространства Public Place у нас на открытом воздухе, как стоит отметить наш ресторан в том числе, то есть гости могут провести романтический вечер, находясь на территории гостиницы с великолепными видами и такой вот тихой, спокойной атмосфере. И, конечно же, стоит отметить, как я уже ранее сказала, наш Кеншо Орнос спа – это единственный спа на острове, который находится в натуральной пещере. Это такой вот наш ноу-хау. Здесь клиентам, вашим клиентам предложат разнообразные спа-процедуры и путешествия, и уверена, что они останутся очень довольными. Вот так выглядит наш Кеншо Орнос с высоты птичьего полета. Именно за этот бассейн и за эти виды мы получили награды и отметки как один из лучших отелей на территории Греции. Подскажите, пожалуйста, дорогие коллеги, есть ли дополнительные вопросы у вас по Кеншо Орнос?
Кстати, стоит отметить, что стоимость размещения на двоих номер дабл в этом отеле стартует в среднем от 350 евро за номер. Конечно, все зависит от сезона. Вместе с тем, минимальное ценообразование именно стартует от этой цифры. Если... Да, Юль, конечно, я в конце обязательно есть слайд с моими контактами, я обязательно поделюсь. Если вопросов по Кеншу Орнас пока нет, я бы хотела также представить вам, я бы сказала, один из самых вкусных отелей, бутик-отелей на острове Миконос, это же Кеншо Псару. Его мы рекомендуем для любителей яркого лайфстайл, гостей, которые любят отдыхать в окружении мировых знаменитостей. Именно Кеншо Псару является единственным отелем, который расположен прямо у кромки воды самого знаменитого пляжа на острове Миконос Псару. То есть мы единственный, уникальный в своем роде. А здесь ваши клиенты ощутят на себе все привилегии высокого сервиса. Могу сказать то, что во время отдыха в высокий сезон не смогут обзавестись знакомствами с такими знаменитостями, как Леонардо Ди Каприо, возможно, это будет Линдси Лохан, либо же Пэрис Хилтон, или другие гости, которые украшают своими именами списки Forbes. Это действительно так, потому что именно на пляже Псару, именно в Кеншо Псару отдыхает такого рода публика. Поэтому уверена, что ваши клиенты, которые хотят быть в центре внимания, которые хотят быть в центре яркой и активной жизни на острове Миконос, они остановят свой выбор на Кеншо Псару. Я вижу, поступил запрос от Юлии по поводу питания. Да, абсолютно верно. Питание, отель предлагает базовое питание, это питание завтрак. Пообедать и поужинать гости смогут как на территории отеля, в наших ресторанах и барах, так и за пределами, в зависимости от того, что хотят клиенты наши. Батлеры обязательно помогут организовать либо забронировать столик в любом из ресторанов на острове. Как заранее нужно бронировать? Вы знаете, Радмила, чем раньше, тем лучше. Уже сейчас многие категории номеров, особенно высокие категории номеров, они уже стоят на стопе. Мы понимаем, что 31 номер в Кеншо Псару и 35 номеров в Кеншо Орнас – это не так много для всего мира и для всей Европы в частности. Поэтому я и призываю рассмотреть возможность и предложить своим клиентам выбрать данные две гостиницы уже сейчас, потому что вместе с нашими партнерами с компанией «А-ля карт» вы сможете сделать бронирование на летний период, будь это конец июня, будь это июль, август, либо сентябрь. При этом это бронирование будет без финансовых рисков для вас и для ваших клиентов. Собственно, есть абсолютно все разработанные механизмы, каким образом мы это делаем и предлагаем. Поэтому в конце уже нашей сегодняшней встречи я с удовольствием поделюсь более детальной информацией. Сейчас, конечно же, хочется вернуться к тем преимуществам, которые подарит для ваших клиентов Кеншо Псару. Мы понимаем, что, конечно же, самое первое – это его локация, потому что действительно он находится... Это действительно единственный отель на пляже Псару. Это, конечно же, лакшери размещение. Как вы знаете, это бутиковый отель, это дизайнерский отель. Здесь мы предлагаем современную кухню, которая удовлетворит любого гурмана. На территории Кеншо Псару расположен первый пляжный спа, да, первый бич-спа, который находится здесь. И стоит отметить то, что рядышком с Кеншо Псару находится вертолетная площадка и частный причал. Это означает то, что ваши гости, как я уже сказала, могут воспользоваться
трансфером, как на вертолете. Также мы можем комфортно организовать для них экскурсию по острову на вертолете. И те гости, которые путешествуют по Средиземноморью на своей частной яхте и хотят сделать остановку на острове Миконос, мы с удовольствием их доставим на своем катере от яхты до отеля Kinshop Saru. Соответственно, действительно очень удобно и комфортно. Есть абсолютно все необходимые вещи для красивого отдыха на острове Миконос. По Kinshop Saru стоит отметить, что несмотря на то, что отель открыт был в 2018 году, и то, что мы с вами пропустили как минимум один сезон, все равно он успел остаться знаковым среди многих клиентов, которые путешествовали в данный отель от наших коллег. Я знаю, что в этом сезоне я уже получила фидбэки от наших с вами коллег, которые отправляли своих клиентов в Kinshop Saru. Узная то, что Греция уже открывает свои границы, многие из них забронировали предварительно размещение на август месяц. Я такой маленький секрет открываю. Вы помните, что это можно сделать без финансовых рисков, поэтому многие гости рассчитывают на то, что все-таки в этом сезоне, в августе месяце, в июле месяце, они комфортно отдохнут на территории Kinshop Saru на острове Миконос. Kinshop Saru располагает большими по площади немножко номерами, нежели Kinshop Ornas. Здесь уже номера у нас стартуют от 27 квадратных метров. Обращаю ваше внимание, что в первых категориях номеров мы размещаем по 2 человека, у нас 2 гостя. Абсолютно во всех номерах на территории Kinshop Saru есть либо же гидромассажная ванна, джакузи на террасе, либо же это бассейн. Поэтому, когда вы выбираете один из номеров Kinshop Saru, в любом случае ваши гости получают что-то больше, чем просто номер. И хочу отметить то, что 90% номерного фонда в данном отеле с видом на море. Это боковой вид на море, либо же прямой вид на море. Поэтому настоятельно рекомендуем рассмотреть для самых взыскательных своих гостей те варианты, которые сейчас доступны. Посмотрите, пожалуйста, как необычно оформлены номера, какие использованы, как мебель использована. Да, это все ручная работа. Kinshop Saru, он соединяет в себе, он сочетает в себе местный камень, состаренное дерево, ну и, конечно же, так называемую эгейскую архитектуру. Вот прекрасные виды и номера. Конечно же, стоит отметить бар Kinshop с его сигнача-коктейлями для гостей и наш ресторан. Кстати, меню ресторана, оно было создано знаменитым шеф-поваром Микони Пократисом Анагдостелисом, и данное меню, оно сочетает в себя такой микс современной средиземноморской кухни с акцентом на морепродукты и, конечно же, такое вот сочетание греческой, японской и перуанских таких ароматов. То есть действительно получается очень необычный микс, и многие гости отмечают, что те блюда, которые им подают в ресторанах Kinshop, они на самом деле очень аутентичны, необычны и, конечно же, все вкусно. Вот так выглядит наша дневная зона. Ну и, конечно же, спа, Kinshop Beach Spa. Как я уже сказала, это первый пляжный спа, который находится на Миконосе. Из таких вот необычных моментов здесь у нас расположена единственная в Греции кварцевая массажная кровать. То есть мы здесь тоже выделились. Ну и клиентам предложат ряд дополнительных сервисов и ритуалов на территории спа. Таким образом выглядит наша вертолетная площадка, вот прям рядышком с самим отелем она расположена. Ну и
Стоит отметить то, что на Миконос очень часто путешествуют большими компаниями, либо это компании друзей, либо это семьи, или, например, у нас едут молодые пары, которые привыкли ярко, активно проводить время, при этом у них уже есть маленькие детки, они хотели бы отдохнуть на Миконосе, вкусить вот эту свободу отдыха, при этом есть дети, есть бабушки, дедушки и няни. Оптимальным выбором для таких гостей будет вилла Псару. Это вилла на 150 квадратных метров площадью, плюс 100 метров – это наша общая территория внешняя, на 4 спальни. Здесь комфортно мы можем разместить от 8 до 10 гостей. Вилла располагает своим собственным бассейном. На вилле также у нас есть большая терраса и открытые зоны. Вилла смотрит с видом на море. Питание, завтраки здесь сервируются и предлагаются. И гости, которые размещаются на вилле Псару, они используют территорию Кеншо Псару. Собственно, данная вилла расположена на территории гостиницы, немножечко обособлена. При этом есть ряд номеров, которые располагаются рядышком с ним. Поэтому для гостей, которые хотели бы максимум приватности, при этом больше пространства и, конечно же, хорошую локацию, рекомендуем именно виллу Псару. В зависимости от сезона, в зависимости от загрузки, цены за номер, за виллу в сутки, напоминаю, 4 спальни, 150 квадратов, это от 3000 евро до 4000 евро, это минимальная стоимость. Обращаю ваше внимание на то, что номера также над дизайном виллы также работали те же именитые дизайнеры. Собственно, она выполнена в том же стиле и в цветовой гамме, что и основная часть отеля Кеншо Псару. И огромное его преимущество – это то, что гости могут находиться у себя в доме, у себя на вилле, со своей территорией, со своим бассейном, с максимальной приватностью. При этом вся основная инфраструктура находится прямо рядышком с ними. То есть ты выходишь за пределы своей виллы, ты проходишь по территории, и ты находишься уже на пляже Псару. Точно так же гости используют абсолютно все сервисы на территории Кеншо. Я вижу вопрос от Евгении. Отели по целевой аудитории одинаковы или нет, и какая между ними разница, в отличие от одного отеля другое? Спасибо большое, Евгения, за вопрос. Разница в том, что отель, о котором мы говорим сейчас, бутиковый отель Кеншо Псару, он расположен прямо на берегу знаменитого пляжа Псару, то есть за пределами отеля, за пределами Кеншо Псару у нас находится вся основная яркая, активная жизнь острова Миконос, место, где собираются все селебритис, место, куда приезжают многие именитые гости, именно в рядышком, в доступности от Кеншо Псару расположены знаменитые такие клубы, как Кава Парадиса, знаменитый Намас, знаменитый Джекио Бар и так далее. Соответственно, в Кеншо Псару едут за тусовкой, едут за таким ярким лайфстайл. Если говорить о Кеншо Орнос, то это как раз вариант более спокойного, размеренного отдыха. То есть для тех клиентов, которые хотят релакснуть на территории гостиницы, на территории отеля, при этом при желании выбраться в клуб, либо же выбраться в ресторан или бар, пообщаться с друзьями, познакомиться с новыми людьми, они могут легко и просто, заказав такси, буквально в течение 5-7 минут, добраться до того же Псару и до любого другого, до любой другой точки на острове. Собственно, по концепции вот разница в этом. То есть как бы Кеншо Орнос, он более спокойный и размеренный, Кеншо Псару, он более активный и, конечно же, для гостей, которые предпочитают такую интересную публику вокруг.
Разница в цене, конечно же, тоже присутствует. Орнос, он более демократичный по цене. Его на сегодняшний день стартует стоимостью 350 евро за номер в сутки. Кеншопсару в среднем 380-400 евро в сутки за номер. Поэтому здесь как бы есть и такое отличие. Хочу отметить то, что на сегодняшний день и Кеншопсару, и Кеншо Орнос предлагает специальное предложение. Это скидку 15% как дополнительный стимул для бронирования. Данная скидка будет распространяться на все туры, забронированные до 31 мая 2021 года, с минимальным размещением на 3 ночи на весь период пребывания. То есть уже сейчас вы можете смело сделать бронь для своих гостей, позволить им сэкономить дополнительно 15%. И еще раз напомню, что сделать это без каких-либо финансовых рисков, потому что согласно контракту мы разрешаем снять бронирование за 2 недели до заезда абсолютно безболезненно и без штрафа. Обращаю ваше внимание, что при бронировании данного предложения ваши гости по прилету получают в качестве комплимента 2 сигниче-коктейля от Кеншо. Конечно же, в стоимость будет входить завтрак, в том числе и в завтрак в номер, если ваши гости пожелают. И при бронировании любого массажа в спа на 60 минут гости получат дополнительно еще 30 минут в качестве комплимента. Поэтому вот такие дополнительные бонусы. Собственно, хочу сказать то, что вы уже сейчас можете подумать, кому из ваших клиентов мог бы быть интересен данный продукт, особенно те, кто уже путешествовал на острове Миконос, либо те гости, которые хотят открыть для себя что-то новое и необычное. И можете смело отправлять свой запрос нашим коллегам в компанию «А-ля-карт». Они с удовольствием оперативно подготовят для вас предложение, сориентируют по наличию номеров на ту или на иную дату. И вот буквально там до 31 мая у нас осталось с вами пару недель, буквально 2 недели, которые мы можем использовать для того, чтобы предложить данную скидку. Хочу отметить то, что на сегодняшний день из Москвы заявлены рейсы авиакомпании Егейских авиалиний 4 раза в неделю с удобным вылетом со стыковкой через Афины на остров Миконос. И также с 1 июня заявлены рейсы тех же Егейских авиалиний через Афины и Санкт-Петербурга. Поэтому вы можете смело сейчас комбинировать вылеты на Эгейских авиалиниях вместе с предложениями от Кеншо Hotels, Boutique Hotels and Villas с нашими скидками и таким образом предложить вашим клиентам выгодную стоимость путешествия. Здесь я бы хотела поделиться также своими контактами. Мы представляем Кеншо Boutique Hotels and Villas на рынке России в странах Восточной Европы и также в Прибалтике. Буду рада ответить на дополнительные вопросы по каждому из наших отелей. При необходимости предоставлю факт-шиты, доступы к фотографиям и другой дополнительной информации. Пожалуйста, при бронировании через компанию «А-ля карт» обязательно напишите нам, мы с удовольствием посмотрим, что дополнительно мы могли бы еще предложить для ваших гостей в качестве комплимента. И уже сейчас можете смело направлять свои запросы в компанию «А-ля карт Travel». Дорогие коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли еще вопросы по отелям Кеншо? Возможно, я что-то не сказала, возможно, вы хотели бы что-то уточнить дополнительно. Я вижу, что пока вопросов нет. Тогда со своей стороны я бы хотела поблагодарить вас за ваше внимание, за ваше время. Я надеюсь, вам было приятно сегодня с нами работать точно так же, как и нам с вами.
Мы надеемся на вашу поддержку в сезоне 2021 и будем рады принять ваших клиентов у себя на острове Миконос в отелях Кеншо Орнос и Кеншо Псару вместе с компанией A la Carte Travel. По всем запросам, пожалуйста, обращайтесь к коллегам в A la Carte. А я с удовольствием хотела бы завершить нашу с вами сегодняшнюю встречу красивым видео для того, чтобы вдохновить вас и немножко передать атмосферу Миконоса и атмосферу Кеншо. Наслаждаемся и надеемся, что до скорой встречи на Миконосе. Благодарю вас еще раз за ваше внимание. Будем рады помочь по любым вопросам и очень ждем ваши запросы в компанию A la Carte. Уверена, что именно сейчас стоит воспользоваться спецпредложениями от Кеншо и, конечно же, организовать путешествие в Грецию на остров Миконос. Еще раз благодарю, всем желаю хорошего завершения рабочей недели, прекрасных выходных и благодарных клиентов.